Сегодня 26 марта, зимняя пшеница, сорт Льговская 4. Предшественник горох, сеял Карапит 800. Норма высева 4-4,5 миллиона. На сегодняшний день озима вот так выглядит. Всходы появились, но они были рваные, поэтому какие-то всходы были в конце октября, какие-то уже 7-10 ноября, после того, как дождь промочил хорошо почву на глубину больше, чем 4 сантиметра. Вообще вся зима, которая была неглубоко посеяна, в диапазоне от 2 до 4 сантиметров, она взошла раньше. А зима, которая была посеяна глубже 4 сантиметров, позже. Почему? Потому что октябрьские дожди, которые перепадали, они почву промочили всего лишь до 4 сантиметров. И все, что было посеяно, заделано до 4 сантиметров, в целом вышло. И вот эти вот посевы, они, которые были посеяны сеялкой Рапид, а сеялка Рапид, она не всегда сеет прям четко на глубину 5 сантиметров. То есть у нее всегда есть какой-то диапазон из-за того, что сошники все же они не... То есть они зависимые, в общем, какой момент у этой сеялки. Плюс были пожневные остатки, то есть сошник не всегда прорезал, и поэтому диапазон сева остался вот такой, то есть от 3 до 4 сантиметров. Ну, как правило, где-то, может быть, до 5 доходило, но это, опять же, из-за рельефа. Вот все, что посеяно Рапидом, выглядит лучше, чем то, что посеяно сеялкой. Сеялкой Great Plain, который есть впереди Колтер, который немножко заглублялся. И диапазон там был, ну, плавающий диапазон. Вот, от 4 до 5 сантиметров. И вот все, что глубже 4 сантиметров, сходило уже в ноябре. Ну и ходила, естественно, в более ослабленной, ну, фазе, более ранней фазе. Это шило один листочек. Льговская 4 на данный момент, конечно, это пшеница еще в состоянии покоя. Активности нет. И даже это не возврат холодов. Это вот такая вот в этом году весна. Можно назвать ее весной средней пока, потому как она развивается. Средней, может быть, даже если из средней весны ее попробовать как-то извлечь, может быть, ближе к ранней. Но пока еще рано об этом говорить, потому что есть ночные заморозки, которые сдерживают именно оттаивание почвы. Почва все же промерзла в этом году. Промерзла и до сих пор. Ночные заморозки поддерживают. Где-то, так смотря по прогнозам, вроде бы через несколько дней уже не будет таких ночных заморозков, которые будут влиять сильно на промерзание. Поддержку, и весна уже будет приходить более как бы уверенно, и снег будет таять, и, возможно, та влага, которая здесь на поверхности сейчас скапливается, она будет уходить в почву. А пока весь снег, который тает здесь, он уходит по оврагам, спускается более низкие места.